За Тамарой полиция гонялась 15 лет. Впервые поймали на изготовлении и продаже наркотиков. Посадить в доследственный изолятор ее было нельзя из-за несовершеннолетних на попечении. В итоге женщина под подпиской о невыезде уехала из города и спряталась от суда. Пряталась так 5 лет. В 2010 году за совершение преступления по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации заочно ее приговорили к 4 годам лишения свободы. И только в этом году при работе с лицами цыганской национальности стало известно, что она находится в городе Новосибирске. До этого ее задерживали в Кемерове, но там Тамара представлялась чужим именем и ее отпускали. Когда узнали о том, в каком доме сейчас живет женщина, опергруппа вышла на спецоперацию. Увидели в окне, как она провожает сожителей, и проследили за ним. Позже мы проследовали за ним в подъезд. Он поднялся до квартиры, и в тот момент, когда она открыла ему дверь, мы подошли, представились и потребовали ей проследовать за нами. Далее мы доставили ее в районный отдел МВД, где сняли отпечатки пальцев, установили ее личность. И действительно, она была в федеральном розыске. Сейчас Тамара находится в следственном изоляторе в Новосибирске. Оттуда в августе ее отправят в Шипуновскую колонию. Там она проведет следующие 4 года своей жизни. Дарида Миллер, «День с толком».